такой комплект разборной подставки под емкость под кубовую. Сейчас будем собирать и вам все расскажем и покажем. Потому что огромное количество людей просило по регионам отправлять нашу мощную подставку. Сейчас будем ее собирать и вам всем расскажем, как это будет легко и просто. Вот такая будет подставка. Тяжелая, но негабаритная, которая собирается с помощью болтов М8. Смотрим. Процесс сборки подставки под емкость начинается. Значит, ложится основание. В ней приподними вот эту. Вот это дверной проем. Все очень просто. Видите, одеваем. Теперь следующую. Это передняя стенка под дверь. Мощное основание. Потом задняя стенка. Также одевается. Легким движением руки оделась. Следующий этап сверху. Это основание под емкость. Мощное такое, как видите, да? Которое скрепляет верхушку. Опять легким движением руки. Наоборот. В общем, легким движением руки переворачиваем и вставляем. Надо минимум две пары мужских рук. Хотя можно и одному. Вот так вот все легко собирается. Оп, все. Каркас практически готов. Остался небольшой штрих. Что мы делаем дальше? Соединяем вот эту часть с помощью вот таких мощных из 40 на 40 трубы прогонов и болтиков. Винт М8, шайбочка, потай, гаечка. С другой стороны то же самое. Наживляем. Шуруповерт приготовили. А биту на 13. Следующий прогон, Данила. Дверь. Вы можете установить, видите, отверстий под дверь нету, потому что лево-право мы не знаем. С помощью саморезов и петель. Сейчас ребята скрутят. Мы ее перенесем к нам на выставку. Поставим на нее куб и зальем его водой. Для испытаний. Ее уже на черновую собирали, все испытали. Сейчас на чистовую. Так что вот так вот разборно отправим в любую точку мира. То есть получается, она состоит стенка, передняя стенка, 4 прогона, 1, 2, 3, 4 будет, нижняя часть и верхняя часть. И еще дверь. И еще дверь. Вот она стоит, видите, дверь. Обшить вы его можете хоть чем. Поликарбонатом, профлистом, доской. И будет у вас мини-сарай. Мини-сарай, мини-душ, мини-кладовка. Все, что вы хотите. Так сказать, что вам интересно. Стоимость этого каркаса разборного 12 500 рублей. Упаковка, если по России, 1000. Также, если местный, то нашему пассажировку можно увезти на легковой автомобиль на багажнике. Применяется 3 вида трубы 40 на 40, 20 на 40 и 20 на 20. Передняя рамка специально усилена, видите, усилением. Задняя тоже. Сборка заняла, грубо говоря, 5 минут. 5 минут. Сейчас прокрутка. Вот такой небольшой фильм. И каркас готов. Вот это.
То есть, смотрите, обратите внимание, передняя стенка усилена вокруг двери, разварена, а задняя стенка укосинами, намертво цельносвозная. Боковые, значит, усилены нижней рамкой, верхней рамкой и связями между собой. И получается мощная, надежная, капитальная конструкция, которую мы можем отправить в любую точку нашей великой России. Все это оцинкованная труба плюс полимерно-порошковая покраска. Обратите на это внимание. Вот такая оцинкованная труба. Не черная, еще раз обращаю на это внимание. Шуруповерта, бита на 13, и потом еще ключом Данила окончательно проверяем протяжку. Все практически готов. Сейчас мы его понесем на выставку и будем набирать воду. Вот итог. Смотрите, стоит две рядом идентичные две конструкции. Одна цельносварная, которую у нас здесь забирают, и вторая разборная, то есть которую можно отправлять по регионам и можете самостоятельно собрать с помощью болтов, которые идут в комплекте. Вот под такую кубовую мощь емкости. Усилили еще диагональным распорным элементом для жесткости. Теперь она стала очень и очень жесткая, мощная, как цельносварная. Смотрите, заказывайте, стоимость всего 12 500 рублей с дверью. Дверь, вот видите, стоит с фурнитурой тоже. Такая мощная конструкция на дачу. Можно даже заказать лестницу, но в основном без лестницы заказывают. Смотрите, как обычно, качество на высоте, мощные конструкции. Ну, сейчас скажи, да?